Всем привет. Итак, мы продолжаем сегодня разбирать тему, связанную с отказом. Это статья 214-Б. Злополучная и злосчастная, которая практически всегда применяется миграционными офицерами. А сегодня мы рассмотрим причины. В предыдущих видеороликах мы это уже делали. По-моему, 2 или 3 затронули. Вот ситуация. Да? Человек готовится к интервью, готовит пакет документов, у него чего-то нет. Кто-то ему говорит, что раз у тебя этого нет, давай мы тебе поможем что-то сделать. Готовят какие-то липовые бумаги, человек идет на интервью. Вот. И тут начинается самое главное. Да? То есть он подходит, вот на эта черта, он оказывается здесь. Перед ним сидит миграционный офицер, вот здесь вот. Вот. И с человеком начинаются метаморфозы какие-то. То есть нога затряслась, там руки затряслись, слезы потекли, забыл то, что нужно говорить. В глазах бледнеет и так далее. Все вот это называется соматическое проявление. Что это значит? То есть, по факту существует проблема. Эта проблема проявляется через язык тела. То есть, что значит проблема? То есть, с одной стороны один поток, с другой стороны другой поток. Два потока соединяются и получается проблема. Первый поток – это поток плюсовой, второй – минусовой. Как это выглядит вживую? Значит, вот наш заявитель. Человек, который хочет получить американскую визу. Ему сделали кучу липовых бумаг. Вот. Одна его сторона, ума, говорит, все отлично, у нас все получится, это положительная сторона. Как же так? Ведь у меня все готово, я собрал полный пакет документов. Да, там может быть какие-то липовые бумаги, но у меня все получится. Мы все живем там в России или где-то, и всегда все так делаем. Хорошо, замечательно. Это сторона положительная. Отрицательная сторона. Меня поймают. Меня вычислят, ничего не получится. В голове начинается вот такая вот, такой вот шум, который называется проблема. Вот. И здесь подключается третья часть, язык тела. По-другому это называется соматика. И вот в этой соматике как раз и происходит все это. То есть все эти хаотичные движения, все эти проявления и так далее, и так далее. Вот наша задача. Все проблемные зоны в кейсе заявителя убрать. Этим мы и занимаемся. Из-за этого мы никому ничего липового, фальшивого не готовим. Потому что любое соматическое проявление оценивается иммиграционным офицером как попытка ввести в заблуждение, как произвести подлог. Как только он это вычисляет, а они очень хорошо натренированы на это, автоматически вы получаете отказ. Это 100%. Таким образом, наша задача сформировать кейс так, чтобы вся информация, которая будет предоставляться, была настоящей и реальной. То есть ничего лишнего, ничего не подделаем, все делаем так, как есть, все в оригинале. Если у вас чего-то нет, там, какой-то печати, на каком-то документе, на оригинальном документе, мы вас не просим это делать, потому что в посольство можно идти вообще налегке, ничего с собой не брать. Самое главное, что у вас здесь. Самое главное, что вы можете объяснить и рассказать иммиграционному офицеру. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadvisa.com. Будем рады всех видеть в нашем офисе. Всем всего доброго, пока.